Вітаю! В ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні в нашій студії відомий світовий хореограф, балетмейстер, заслужений діяч мистецтв України, засновник «Київ Модерн Балет» Раду Паклітару. Раду, дуже дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії, приділили час. Ми знаємо, що в Одесі з 4 по 9 липня відбудеться масштабний вже 5-й фестиваль модерну, літо в стилі модерн. Розкажіть про програму фестивалю, що очікується, які спектаклі готуєте для одеситів? Ну, скажу, во-первых, что мы всегда весь театр с нетерпением ждем приезда именно в Одессу на этот фестиваль. Вы знаете, он завершает наш театральный сезон уже 5-й год подряд. В этом году театральный сезон был очень насыщенный, и все равно он выстраивался как ступенька за ступенькой к своей вершине, а вершиной является фестиваль в Одесской опере «Лето в стиле модерн». Давайте я начну немножко нетрадиционно, я начну с конца фестиваля. Я могу сказать, что 20 июня «Свет рампы» увидела премьера, последняя премьера, самая свежая нашего театра, это балет «Вий». Впервые я обратился как хореограф к украинской теме. Это полностью украинский продукт, первоисточник, повесть Николая Васильевича Гоголя. Специально написана для этого проекта музыка нашего современника, потрясающего композитора Александра Родина. Специально двухактная партитура, полноценная. Записана Национальным симфоническим оркестром Украины под руководством маэстро Сыренко. Я хореограф, Кифнер исполняет, художник по костюму Дмитрий Курята, замечательный профессионал и мастер своего дела, все телезрители его знают по шоу «Танцуют все», «Х-фактор», он был несменным руководителем отдела стиля телеканала СТБ, и впервые в этом проекте я применил модную сейчас в мировом искусстве тенденцию 3D, видеоконтент и такая потрясающая штука, как видеомаппинг. Дело в том, что пора шагать в ногу со временем, и вот мы решили в этот раз такое сделать, ну, ты практически интерактивно. Казковая история. Ну, не слишком-то это сказка, конечно. Это такая, скорее сказка для очень взрослых детей. Вы знаете, чем хорош Ви? Ви Гоголя, он потрясающий, как первооснова для современного балета, именно тем, что в нем соединяются совершенно диаметрально противоположные вещи, фантастические. Это фантастическое реальное, это обыденное и возвышенное, это низменное и какое-то святое. И это все в этом потрясающем коктейле, он очень ярко эмоциональное. Окрім «Вія», буде дуже багато цікавих спектаклів, будуть також одноактні спектаклі. Це коли одразу три спектаклі можливо побачити після, ну, і розділяють лише антракти. Будуть такі спектаклі, як «Кармен», як «Спляча красуня». Взагалі дуже очікую цього, насправді. Хочеться вже побачити, але розкажіть, хто буде грати? Хто актори? «Київ Модерн Балет» ми дуже полюбляємо. Не перше в Одессе, и уже есть свой глядач, насправді. Вы знаете, актерский состав «Киев Модерн Балета» — это самое дорогое, что есть на самом деле у меня в жизни, потому что это не просто артисты, это абсолютно точно соавторы каждого спектакля. И я, когда ставлю в каких-то других театрах мира, я чувствую эту огромную разницу между самыми лучшими актерами, артистами балета в любом замечательном театре и артистами театра «Киев Модерн Балет». Потому что любые актеры балета, артисты балета стоят и ждут, когда ты им что-то предложишь. Когда я ставлю новый спектакль в «Киев Модерн Балете», я отбиваюсь от творческих предложений, потому что хореография, идеи, повороты сюжета, все предлагается актерами, мне надо только иногда выбирать между тем, что они предлагают. Потому что это настоящие креативные соавторы меня как хореографа. Вы сказали по поводу репертуара, который мы привезли в этом году. На мой взгляд, интересны очень два вечера, которые вот являются вечерами современной хореографии, одноактных балетов. 5 июля мы показываем три спектакля сразу за один вечер. Это спектакль «Квартета Тет». Спектакль был создан в свое время по заказу Эйнховенского фестиваля современного театра. Специальная музыка для него написана голландским композитором Адам Маасом. Четыре виолончели звучат, четыре танцовщика танцуют, квартет А-тет. То есть одновременно это квартет четыре человека, и тет-а-тет это как бы лицо
к лицу. Спектакль, кстати, будет первый раз показан в Одессе, тоже это одесская премьера. Одесская премьера. Во втором отделении будет показан балет-дуэт «Диалог». Это основанная на известной современной пьесе «Двое на качелях» драматурга Уилдона. И очень многие режиссеры брались за воплощение этой пьесы на театральных сценах. В том числе есть очень известная версия Романа Виктюка. Но в балетном мире я вот первопроходец, я могу хвастаться, что я впервые поставил этот балет. И завершает этот интересный вечер спектакль «Импиво Веритас». Вы глаза загорелись, да, у вас? Жарко, Одесса, жарко, хочется пива. Это самый легкий. Если два первых спектакля подернуты такой легкой меланхолией, грустью, какими-то, может быть, сожалениями, какими-то реминисценциями из нашей жизни такой непростой, порой, то вот «In Pivo Veritas» — это спектакль про веселье, про любовь, про счастье, про молодость, про звенящее чувство юмора и про пиво. На самом деле пьют пиво. З ним раніше вже до Одеси приїжджали, так? Да, мы приезжали, и вообще, на самом деле, из всех спектаклей, которые я поставил за свою жизнь, их более 40, я не считал никогда точно, из всех оставшихся в живых, так сказать, проверенных временем, «In Pivo Veritas» — это самый взрослый спектакль. Он, конечно же, живет новой молодой жизнью, потому что исполняет новые молодые артисты. Первый побачил свет. Ой, я думаю, что в 98-м. Ничего себе. То есть 21 год этому балету. Я тогда был совсем-совсем молодой хореограф, и это видно, там переизбыток всего в этом балете. Но, тем не менее, он нравится публике. И в таком публике. Же выгляде в першем. Практически, да. Практически. Я вообще, я не мучаю артиста балета, я редко меняю свои спектакли. Если они уже вот идут в репертуаре, то они уже идут. Потому что уже есть свой стиль. Такие, которые полюбляет самоглядач. И исполнители тоже. Угу. Вот. И второй вечер однакных балетов будет показан 7 июля. Угу. Это «Женщины в ре миноре». Это мой омаж, мое преклонение перед музыкой Йоганна Себастьяна Баха, моего любимого композитора. Его гениальный концерт ре минорный для клавира с оркестром. Угу. Мое размышление авторское. Возможно, я не прав. Женщины могут со мной не согласиться. Мужчины со мной, скорее всего, согласятся. О эфемерности, невозможности и гипотетичности такого трудноуловимого понятия, как женская дружба. А такая история Бенджамина Баттона? Это второе отделение того же самого вечера, тоже вечер однокнопных балетов. Спектакль «Вверх по реке». Это хореографическое тоже авторское ноу-хау. Никто до меня не ставил этого спектакля. Основанное на произведении Фицджеральда «Необыкновенная история Бенджамина Баттона». Многие знают фильм. С Брэдом Питтом. Старение на впаки. Да. И то же самое происходит в балете. Герой рождается стариком, и мы видим постоянное проживание жизни наоборот. Если на секрет, скільки акторів грає головную роль? Тобто, скільки змін будуть? Обошелся двумя, да. Это, грубо говоря, один актер, на которого возложена огромная, трудная задача по проживанию жизни от старика до молодого человека, юноши, но и, к сожалению, он не может уменьшиться, поэтому будет еще, расскажу, будет ребенок, который будет его подменять. Да. Велика праця гримерів. Это скорее, вы знаете, скорее это большая работа актера самого, потому что ему надо хореографически перевоплотиться из дряхлого старика с трясущимися руками в пылкого юношу, полного жизни и энергии. А як взагалі вот вас захоплює саме братися за нові спектаклі, які раніше до вас ніхто не ставив? Чому саме таке направлення вам подобається? Должна захватить мене історія, в першу чергу. І історія должна бути емоціональною, тому що балет, по своїй суті, іскусство емоціональне. Сложно использовать, не знаю, там, капитал Карла Маркса в качестве первоосновы для балета, потому что он сугубо математический, аналитический, психологический, но он не эмоционален никак, на мой взгляд. Знаете, есть такое расхожее понятие, что я могу поставить даже телефонную книгу. Это у режиссеров это показатель, то есть телефонный справочник. Да, конечно, можно поставить все, что угодно, но мне для того, чтобы это сделать, мне как режиссеру, как хореографу, мне надо будет придумать историю, что вот этот вот адрес, этот телефон.
дамой. Вот он любил вот этого вот телефон мужчины, и вот этот мужчина, к сожалению, не отвечал ей взаимностью, но потом он умер, и вместо него, то есть можно придумать какую-то историю. Чего ну, багато да. свого вносити в ці історії від себе, додаєте да. свої емоційні такі только, малюнок. Только если я сам испытываю какие-то эмоциональные потрясения в момент создания, в момент просмотра уже готовых репетиций, когда актеры приносят свой талант в мне какие-то идеи. Только если я переживаю эмоциональные потрясения, тогда вы, сидящие в зале, каждый зритель может что-то подобное. Повернемось до репертуару, саме фестивалю, і такі вже класичні, улюблені спектаклі. Це, ну, чому, по-перше, в перший день відкриття з «Кармен» вирішили відкрити? Потому что, вы знаете, для меня это всегда было интересно, этот парадокс, или не парадокс, или этот феномен «Кармен» и одесского зрителя. Это просто любовь. Цікаво. Любовь и любовь. Я знаю, что одесская публика очень любит «Кармен». «Кармен» идет на сцене, как «Кармен Сюита» идет на сцене одесской оперы. И этот спектакль многие годы собирает полные залы. И наша «Кармен» тоже самое. Она бестселлер нашего фестиваля. Она еще вот близкий испанский колорит. Не знаю. Даже я, ну, может быть. Может там, это також эмоция. Мне вообще кажется, что «Кармен» в понимании одесситов — это не сибирская цыганка, это одесситка, которая родилась в этом городе, с молдаванки она родилась в этом городе, да, чуть-чуть с акцентом таким милым, таким одесским, вот это вот «Кармен», чудово, это дуже чудово. А ось «Спляча красуня», це що для вас цей спектакль саме, яку має? Ну, «Спляча красавица» — огромный, роскошный спектакль, он был создан при полной поддержке посольства Швейцарии в Украине. Это был подарок посольства Швейцарии украинскому искусству и нашему театру. И это премьера прошлого года, тоже совсем свежий спектакль. Мы очень много... Я також чув багато дуже добрих відгуків, і тому дуже хочу... Все правду говорят. Розкажіть докладніше, що побачимо. Зритель, который придет на эту «Спящую красавицу», увидит, конечно же, другую историю. Я в первую очередь нашел первоисточник литературный этой сказки, потому что классическая каноническая «Спящая красавица», она базируется на сказке Шарля Перро. Я узнал о том, что, оказывается, застолье до Шарля Перро творил неаполитанский сказочник Джан-Батиста Базиле, который-то и зафиксировал, и напечатал, и издал книжку «Сказка сказок», в которой впервые были опубликованы такие сказки, как «Золушка», «Кот в сапогах», и в том числе «Спящая красавица». Наскільки складно было найти первое джерело? Google forever. Достаточно просто. Просто никто этим не занимался. И поэтому наша «Спящая красавица», она намного более витальная, намного более дерзкая, она намного более итальянская, не такая вот рафинированная, как французская «Спящая красавица». Что-то, возможно, шокирует зрителя, что-то, возможно, покажется ему неприемлемым, но что-то покажется чересчур смелым. Но это здорово, когда зритель уходит из зала в состоянии возбуждения и ощущения, что кто-то показал ему давно известное нечто с нового ракурса. Ну і, звісно, дуже-дуже відома і дуже цікава саме для балету «Лебедине озеро». Геніальна, ну, геніальна насправді музика Чайковського. Чайковський геній по определенню. І «Лебедине озеро» – це самая главная балетная міфологема мира. Естественно, конечно, если мы говорим про Киев Модерн Балет, это не классическая версия. Цікаво, скільки років взагалі цьому вже спектаклю у вас? Вот я редко могу точно ответить на этот вопрос, но почему-то с «Лебединым озером» я знаю ответ. 2013 год, да, год создания спектакля. Тобто ви до цього вже багато років працювали, робили, але не бралися саме за цю роботу, мабуть, тому що відкладали, ну, якось, знаете, готували себе, да, так? Я просто на якомусь періоді свого творчого розвитку, тому що «Лебединое озеро» називається «Пора». Вот. І я ні на секунду не пожалел об этом, потому что это история про то, как страшно проживать жизнь, которая не соответствует твоему естеству, которая тебе навязана другими, и как трудно быть человеком, если в глубине души ты птица. Дуже цікаво.
Які у вас зараз творчі плани після фестивалю? Чим плануєте зайнятися? Над чим працюєте? Які є свіжі ідеї? Я, як обычно, конечно же, сразу в розробці знаходиться несколько сюжетів. Несколько балетов, которые я вот думаю, кто из них будет приоритетный, кто появится на свет первый, кто второй. Но я такой в этом плане глубоко суеверный человек, и я так не люблю врать, что я никогда не рассказываю свои творческие планы. Они есть. В том числе есть план создать спектакль на музыку маленького 8-летнего мальчика. А тобто я маю на увазі, мабуть, нові якісь експерименти, нові, мабуть, чи нові жанри, чи як ви вже казали, що плануєте використати під час Вію, так, відеопроекцію. Мабуть, ще якісь зі світлом будуть у майбутньому. Я думаю, що ми будемо усовершенствувати нашу роботу з відеопроекцією, так під цей спектакль було закуплено відеооборудовання, тобто перехожу на. Це вперше саме відеопроекція? Ну, 4 відеопроектора, працюючи одновременно, звісно, так. Не кожен театр в нашій країні, я думаю, що ні один театр в нашій країні цим ще не займався. Наскільки, я знаю, що ви в Одесі також навчалися у свій час. Чуть-чуть. Тобто це місто так, для вас грає велику роль. І наскільки саме площадка Одеського оперного театру? Обожаю цей театр, звісно ж. Це потрясаючі красоти здання. І за свою, як би, вже достатньо велику творчу життя я побував на сценах дуже багатьох театрів, і в зданнях багатьох театрів. И могу сказать, что ну, по красоте я не знаю другого театра, который бы так гармонично соединял в себе и прекрасную сценическую площадку, и красоту зрительного зала, и красоту фойе. И в целом, конечно же, это потрясающая жемчужина в короне Одессы, которая посчастливилась иметь этому городу, и это великая фортуна и великое счастье нам каждый год приезжать сюда и закрывать свой театральный сезон именно на сцене Одесской оперы. Дуже дякую. А, ще хотів запитати, коли саме після цього фестивалю, коли ще в Одесі вас очікувати? Тому що я вже розумію, що більшість квитків вже викуплено, мабуть, і багато охочих можуть не встигнути потрапити саме на ці спектаклі. Я думаю, що не знаю, наскільки ці спектаклі, точно зимою ми приїдемо з нашим традиційним щелкунчиком в Одесскую оперу, потому что... Это Різдвяна свята. Да, это обязательно надо будет сделать. И те люди, которые не успеют попасть на фестиваль в этом году, в следующий раз в таком объеме наше творчество смогут увидеть только через год, тоже на фестивале «Лето в стиле модерн». Дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії, дякуємо за те, що проводите цей фестиваль з року в рік, і будемо чекати знову нових ваших спектаклів, нових шедеврів, насправді, не побоюся цього слова. Артисти ждуть вас в залі, звісно. Сьогодні в нашій студії заслужений діяч мистецтв України, відомий хореограф та балетмейстер, засновник Київ Модерн Балет Раду Паклітару. Дякую. Спасибо вам огромное. Мене звати Дмитро Богомолов, ви дивили студію «Репортер». Нагадуємо, що в Одесі з 4 по 9 липня пройде «Київ Модерн Балет». Тому якщо квитки ще залишилися, а я дуже в цьому сумніваюся, треба встигнути їх ще купувати. Залишайтеся з нами!